Каждому по шарику и флажку. Отправляясь на летний отдых, сотни детей внезапно попадают на праздник. Это детский поезд уезжает на юг России первый в этом году. Сегодня мы провожаем наших детей на юг. Большая радость. Все пассажиры – дети, поэтому на перроне для них играет музыка, а провожают родители и любимые герои детства. Первый раз едем. Первый раз. Надеемся, хорошо отдохнет. 237 детей размещают в двух специальных вагонах состава. Конечная остановка – детский лагерь на море. Это все как-то получилось неожиданно. Мама сказала, ты хочешь поехать? Я сказала, да. Я очень долго этого момента ждала. Я сказала маме, я никогда не была на море. Я сказала, ну, давай съедешь в морской лагерь. Я сказала, ну, да, давай. Это было уже изготовлено с самой зимы, очень долго копили. Дорога займет чуть более 2 суток. За это время поезд должен доехать до жаркой Анапы. Впрочем, для этих вагонов жара не страшна. Они оборудованы кондиционерами. Оборудованы установкой кондиционирования воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами. РЖД обещает, что в пути дети будут под присмотром педагогов, медиков и проводников, специально подготовленных для работы со школьниками. У нас 5 дополнительных поездов будет организовано, вот, которые будут курсировать по расписанию, значит, практически до окончания летнего сезона, даже до осени. По прогнозам, за каникулы к Черноморскому побережью и обратно детские поезда перевезут свыше 7500 детей. Утвержденные маршруты – Казань-Анапа, Казань-Адлер и Казань-Новороссийск. Рамиль Шайдуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.